Спасибо вам огромное за эти теплые слова и за поддержку. Мне очень приятно. Хотела вам напомнить, что на моем канале продолжается розыгрыш. Условия розыгрыша вы можете посмотреть по ссылочке. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Поэтому все зависит только от вас. Ситуация может измениться в одну секунду. Всем удачи! Ну и, конечно же, я сегодня передаю огромный-огромный привет Алику из Москвы. Также я передаю привет Денису Петрову. Максима Павлова я поздравляю с днем рождения. Максим, поздравляю тебе с днем рождения. Счастья, здоровья, всего тебе самого хорошего, успехов тебе во всем. Юлю и Владика я хочу поздравить с этим событием, что у них скоро свадьба. Желаю вам счастья, здоровья, ну и, конечно же, взаимопонимания. Также я передаю огромный привет Алине и, ну, наконец-то же, передаю огромный-огромный привет Сюне. Сюня, огромный привет от меня лично. Ну и, конечно же, в продолжение всего этого анекдот. Поэтому ставим большие пальчики вверх. Берем чай, кофе, лимонад, колу, кто что хочет. Усаживаемся поудобнее на диван, на пуфики. И поехали! Попал мужик в Капстрану. Все увидел, купил, что надо ему было, а деньги остались. Думает, дай-ка я схожу в публичный дом, посмотрю, какие там девки. Пришел, выбрал самую красивую, заплатил немаленькие деньги. Выходит из публичного дома, расстроился, задумался так и плюнул себе в ноги. Подскакивает полицейский и говорит, а, за такое безобразие штраф 500 евро. Мужик так расстроился, дал ему эти деньги. Приезжает домой, подарил всем подарки, рассказывает, что видел все. А жена ему говорит, Ваня, Вань, ох, ты хоть обо мне-то вспомнил? А он говорит, да вспомнил как-то, такой штраф пришлось заплатить.